2 ноября в селе Мисайлово произошло большое событие. Множество сельчан стали свидетелями того, как на строящийся храм установили купол и крест. Наша съемочная группа тоже наблюдала за этим ярким и важным для села моментом в истории. Смотрите репортаж Татьяны Брыловой. Перед установкой купола благочинный церкви Видновского округа священник Михаил Егоров совершил короткое богослужение. Благословляется и освящается камень сей, окроплением священной воды сия, в непоколебимое основание созидаемого храма во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В этот праздничный для села день около строящегося святилища собрались местные жители. Многие из них долгие годы ждали появления в Мисайлово храма. В этот день совершился чин закладки камня в основание храма и освящение купола и креста. Выбирали много мест, где можно было бы его поставить, этот храм. И вот остановились на этом месте, заложили. И вот сейчас храм практически уже построен. Мисайлово – село с многовековой историей. И храм Дмитрия Солунского, по архивным сведениям, здесь был еще в 17 веке. Правда, наши современники не застали его. По каким-то причинам храм был уничтожен еще до начала 20 века. История нового храма началась в 2005 году. Было выделено место, но позже оказалось, место занято. Но выход из положения найден был. Выделили новое место у кладбища. Храм строится, как говорится, всем миром. Очень много камней подписано. Здесь каждый житель села, житель поселения внес свой вклад. Каждый положил свой кирпичик в основание этого храма. Вот. Есть и спонсоры большие, это наши предприниматели, которые тоже оказывают спонсорскую помощь в строительстве. Новый храм тоже будет носить имя великомученика Дмитрия Солунского. Очень надеемся, да, что через год мы сможем, если не целиком завершить все работы по храму, то хотя бы приготовить его для того, чтобы можно было здесь служить другим. Установка купола и креста – один из важнейших этапов в строительстве любого храма. Купол и крест обозначают сущность строения и его принадлежность к православию. Золоченые лепестки купола своим сиянием будут издали указывать на храм, и сам храм станет украшением Мисайлова. Праздник большой, благодать такая, что у нас здесь выстроили все-таки храм. Долго его ждали. До глубины души. Какой это праздник, какое торжество, что дожили до такого времени. Ждем, конечно, с нетерпением, когда все это случится, когда он откроется, когда все это построят. Нам близко здесь, хорошо. До Молокова ехать надо, а здесь можно пешком пройти. Перед установкой креста верующие смогли приложиться к нему. Вряд ли, когда еще такое сможет случиться. А после крест был поставлен на свое место. И несмотря на установленные леса, золоченые куполы крест преобразили храм в одночасье. Татьяна Брылова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.